Глава региона Айдарбек Сапаров провел прием граждан. К каким области обратилась жительница Петрополоска по вопросу строительства детского сада? Альбина Кудырова отмечает, проект нужный, но затратный. А землю мы выкупили по улице Гастелло, 38А, тоже в микрорайоне Береге. Она предусмотрена именно под строительство детского сада. Угу. Вот. Все расчеты были предоставлены управлению образования, управлению финансов. Но сейчас стоит вопрос в том, что управление финансов говорят, что проект дорогой. Мы хотим строиться по государственно-частному партнерству. Такой проект областному центру необходим. Более детальный механизм финансирования будут рассматривать управление финансов, образования и строительства. Вместе еще раз рассмотреть данный проект для бюджета, как на самом деле, в течение 7 лет. Если это выгодно, то надо будет здесь посмотреть, да, принять участие. Если это для бюджета невыгодно, то все равно надо будет дать какой-то ответ, да? Закир Лиров несколько лет назад переехал с юга страны на север. Сейчас он живет в Мамлютском районе и занимается разведением крупного рогатого скота. В планах у нас на будущий год довести поголовье до 100 голов, но остро стоит вопрос в плане обеспечения кормами. Мы сами себе не можем выращивать, так как земли у нас нету. Первый руководитель области Айдарбек Сапаров поручил выделить землю для выращивания кормовых культур. В вопросе поручено детально разобраться акимату Мамлютского района. Все поступившие обращения взяты на контроль лично акимом области. Алишер Ашимов, МТРК.